Грамма в красных ваннах, грамма стиля, наша мать. Всем привет, с вами Макс, и с наступающим вас Новым годом. Да, вы думаете, что это будет серия по реальную жизнь в Майнкрафте? А нет, мы будем играть в Bed Wars на севере Гринвикс. Да, мы будем играть в Bed Wars. И давайте я сначала зайду на него, а потом я вернусь к вам. Воу, все, я уже на Bed Wars. И давайте выберем, в какой будем режим играть. Доступны всего лишь 8 на 2 и 4 на 4, как пишут в чате. Ну что ж, давайте на 4х4. Фух, все, я зашел уже на 4 на 4, а теперь будем голосовать, на какой же карте нам мы будем играть. На покеболе. Не сказал покебол. А. И за какой режим будем играть? Ну, голосую за шерстяной режим, давайте мы тоже. А теперь будем ждать, а потом мы будем голосовать, в какой команде я буду. Итак, и вот. Ну, карты у нас Reminds выбрали, ну ничего. А теперь давайте за какую команду? Давайте за красную. Надеюсь, красных есть донатеры. Но я сейчас тут не вижу донатеров. А не, вижу. Но он пока не выбрал, какой будет играть. Ну окей. Если он будет за наших красных, то повезло. Итак, 3, 2, 1. И все. Блин, немного лагает. Ура! Нам повезло. Он будет за нас играть. И теперь давайте получим наши кирпичики. Нам повезло, что будет у нас донатер. Он уже застроил кровать, и это хорошо. А этот сраный крушитель забрал мне кирпичи. Итак, кровать застроена бедроками. Плюс еще повезло, у меня есть шерсть. Но я, в принципе, хотел ее покупать, ну да ладно. Окей. Пока кто-то, пока житель закупается кирпичками, а этот пацан фейковым скином Аидом накапливает себе серебра, я куплю себе блоки. Итак, блоки купил, и осталось остальное. Я сейчас буду все дополнять, так что вы увидите. Итак, вот я, в принципе, готов. У меня есть 5 серебра, палка отбрасывающая, ножницы, красная шерсть и автомост. Ну что же еще можно купить тут? О, еду. Желтая была уничтожена нашим в команде. Ебой. Я куплю себе вкусный тортик. Окей, давайте уже пойдем. И главное, аккуратнее. Главное, не упасть. И, кстати, я забыл сказать, если вы будете играть на этом сервере, будьте осторожны. Потому что здесь могут бывать читеры. Да, тут могут бывать читеры. Если вы будете... Если вы увидите читера, вам не повезло. Сломает вашу кровать, убьет вас всех. А я вижу вот такого дебила. О! Ебона городовой! У него лучший меч, чем у меня. Не надо было в драку с этим дебилом. Придется опять все заполнять. Ну что ж. Я все сделал, я все закупил, и теперь возьмем меч и пойдем. Так. Фух, повезло.
Так, давайте поверну. Итак, я опять на центре. Давайте же пойдем. Но куда пойти? Стоп. Желтых же уже нет. Значит... Я кое-что придумал. Итак, синие были истреблены нашим союзником. Нам повезло. Boom, headshot! Ебой! Зеленая была только что истреблена мною. Стой. Ну что ж, у нас остался один синий. Давайте сейчас его найдем. Ребята, мы видим его. Мы видим. Сейчас ему будет кабзда. Он даже меня не заметил. Сейчас побыстрее скорость сделаю. Блин, я не могу быстрее скорость сделать. У меня очень еды мало. Я голодаю. Я не могу его догнать. Блин, зря я вот съел торт. Блин, я еле-еле могу его догонять. Вот и вторая битва, но, к сожалению, нам сломали кровать. К сожалению, нам сломали кровать, и это виноватый синий. Ну что ж, сможем ли им мы отомстить? Мы пока что не знаем. О, нет! Происходит великая битва! Пойду куплю себе меч. Ебой. Ну что ж, я, в принципе, прикупился, и мы готовы отомщать синим. Я купил себе автомост, кирку деревянную, извините, и железный меч. О, нет, кажется, к нам нападают. А, наверное, это он упал. Блин, я не могу сюда, здесь очень слишком высокая высота. Хорошо, что я прихватил себе автомостик. Это быстрый лайфхак, как быстро построить мост. С помощью автомоста. Окей. Твою-то мать, минус двое. Остался я один. Окей. Фух, всего лишь 2 хп. Ну что ж, синие, бери. Давай! Ёпана красоты. Но все, к сожалению, мы проиграли. Вот и наша бедная база. Давайте спустимся, и мы увидим, что тут лежат наши бедные кирпичики. И давайте же спустимся вниз, и мы видим, что наша кровать сломана. Да. Но победили красные. Надо было голосовать за них. Но я не знаю, почему голосовать за них. Их кровать еще уцелена. Нифига. Ну вот, их кровать. Да, к сожалению, мы проиграли. Все, капут, все, конец. Ну и конец этого видео. С вами был Макс. Всем бай-бай.